Добрый день. Сегодня я хотел бы поговорить о параметрах разрешения и чувствительности, ну, по крайней мере, в электроразведке. Вчера мы имели переписку с Никитой Бобровым. Я хотел бы пошире рассказать свое видение этих параметров и каким образом можно их оценивать и что с помощью них можно сказать. Значит, показывать в программе я буду крайне мало, а говорить много. Ну, не хотелось просто длинный текст писать. Сейчас модно делать стримы. Вот, значит, ну с чего нужно начать? Некий постулат, который давно известен, мне он очень нравится, что все модели неправильные, но среди них полезные, есть полезные. Это касается результатов инверсии. Так вот, мы стремимся получить именно вот эти полезные модели путем внедрения априорной информации, путем различных настроек параметров инверсии и так далее и тому подобное. Ну, на самом деле мы на каком-то уровне вводим полезную информацию. Поэтому все те люди, которые много лет говорили, вот почему в одной программе получается так, а в другой не так, и что правильно. Ну, вот все неправильно. Но некоторое может быть полезно. Такой вывод. Значит, ну, начнем с простейшего параметра, это чувствительность. Вот у нас какое-то имеется полупространство. Давайте зададим блок. И, собственно говоря, посчитаем чувствительность для этой модели. Sensitivity. Значит, вот такая картинка. Значит, что здесь изображено? Интегральная чувствительность. То есть, как каждая ячейка влияет суммарно на все разрезы. Ну, о чем это может говорить? О том, что эта ячейка, обычно она близка, мы видим, здесь логарифмическая шкала, как-то может повлиять на наши данные. Но в целом инверсия воспринимает, особенно регуляризованная инверсия, воспринимает не отдельные ячейки, а некие группы ячеек, так как все ячейки у нас связаны оператором, например, сглаживания. То есть это такой оператор, который сглаживает все ячейки, и чем больше у нас регуляризатор, тем сильнее они связаны. Соответственно, это позволяет нам делать инверсию даже для большого числа ячеек, то есть для переопределенной задачи, где бы метод хребта не сработал совсем. Ну, то есть, что тут говорить? Метод хребта, он регуляризирует только центральную диагональ системы, и при этом у нас ячейки не связаны друг с другом. Ну и получаются очень часто очень щербистые модели с помощью метода хребта. И он, в общем-то, подходит для малого количества, так сказать, параметров. Но, например, если мы, у нас имеется какая-то модель, да, мы объединим какие-то ячейки, например, обведя их полигонами в некие группы, потом сделаем метод хребта, то все будет в порядке. Это нам говорит после инверсии, конечно, со сглаживающим оператором на основе этой модели. Это о чем нам говорит? Что в целом у нас есть такой параметр, как разрешение. Да? То есть мы можем определить устойчивую ячейку одной величины, а ячейку, например, другой мы не можем. Но если они связаны, то в принципе можем. Мы можем получать какую-то локальную модель. Значит, параметр вот этого интегральной чувствительности, он никак не связан с настройками инверсии, то есть он независимый. Но в целом, скажем, он эквивалентен сравнению двух задач.
да, например, задачу для текущей модели и задачу для измененной модели. То есть, чтобы понять, что какой-то блок ячеек у нас влияет, нам достаточно просто посмотреть на результаты прямой задачи. Есть какой-то эффект вот от этого блока? Вот он у нас желтеньким здесь обозначен. Маленький, конечно, но он имеется. Если такого эффекта вообще нет, значит, ну, в отдельности такой блок, такой набор ячеек нам не определить. То есть, конечно, там будет что-то показано, да, но так как чувствительность там очень маленькая, то результат, скорее всего, будет, так сказать, мы ему не сможем доверять там, на 100, даже на 50%. В общем, такой параметр интегральной чувствительности. Еще надо отметить, что чем отличается интегральная чувствительность от локальной для измерений. Локальная обычно приводится в статьях, и там показаны, собственно говоря, изолинии чувствительности для отдельного измерения в данной модели. Ну, собственно говоря, здесь тоже можно это посмотреть, но особого смысла он не имеет для анализа результатов модели. Он нам нужен для выбора установки. То есть мы стремимся к тому, чтобы иметь, ну, в целом симметричную, скорее всего, хотя не всегда, но установку, у которой чувствительность имеет положительные аномалии. Такими являются, например, установки Веннера, Шлюмберже. Они очень хороши. И они хороши именно с той точки зрения, что у них положительная чувствительность. И, собственно говоря, в тех местах, имеется в виду локальная чувствительность, и в тех местах, где рисуется точка псевдоразреза, у нас как раз приблизительно ее относительный максимум находится. И, соответственно, мы можем говорить, что вот тут там какая-то информация идет приблизительно с такого диапазона глубин или нет. То есть вот способ оценки, например, для себя я давно решил, что все эти параметры, которые мы сегодня обсуждаем, ну, они в целом такие, возможно, и полезные, но использовать их, в общем-то, бесполезно. То есть, если какие-то научные статьи, безусловно, там нужно какие-то формулы всунуть, какие-то умные слова написать. Но, так сказать, анализируя сами результаты, да, то есть размеры объектов в соответствии их положению, псевдоразрезу и, скажем так, размеры объектов с глубиной, в общем, их сплошность и небольшое количество разрывов может нам говорить, в общем-то, о неплохом результате. В общем, тут точно такой же бич, как и в сейсморазведке, это верхняя часть разреза для электротомографии, которая искажает весь низ. Вот, у нас, собственно говоря, частая проблема, опять же, это все взаимосвязано, то, что у нас мы начинаем измерять с больших достаточно разносов и пропускаем верхнюю часть. Верхняя часть может быть контрастна, да, сильно. И, собственно говоря, если мы плохо определяем верхнюю часть, то мы можем получить какую-то ерунду в нижней части. Ну, многие могут возразить, мы же иногда работаем с диполями 50-100 метров. Ну, так вот этим результатам практически верить-то и нельзя. В общем, особенно если у нас при сложных геологических обстоятельствах ведутся работы, да, то у нас могут быть получаться очень сильные искажения в разрезе из-за верхней части. Ну, плюс, скажем так, если у нас еще более-менее устойчивая функция с глубиной изменения разреза, да, то есть у нас чувствительность падает, но падает каким-то достаточно гладким образом, то по вертикали, если у нас имеются 2D или 3D неоднородности, то это может все очень сильно исказить. То есть
при наличии вертикально-слоистых разрезов и субвертикально-слоистых разрезов говорить о четком положении границ мы вообще не можем. А если вы видели много результатов томографии, то если такие разрезы имеются, то у нас, скажем, наверху идет тонкий слой, а потом он расширяется с глубиной, если он вертикальный или субвертикальный слоистый. Говорить о каком-то наклоне очень сложно, границы, да, в том числе и о размерах этого объекта реальных, потому что у нас имеется колоссальная чувствительность у поверхности и низкая внизу. Вот. Ну и, соответственно, все, что у нас наверху, у нас является такой сильным фильтром матрицы, через который сильно проходит поле, сильно искажается. Из-за этого у нас внизу бывает проблема. А начинать мерить с 50-100 метров, ну, что тут можно сказать? Ну, можно мерить. Ну, а почему не начинать тогда, если у вас, например, диапазон глубин, скажем, интереса, там, 200-300 метров, почему не начинать с 500 метров мерить, например, ну, или с 400 и что-то ожидать? Это уже будет не томография. Томография, она должна найти сначала объемы сверху, да, и потом постепенно увеличивать этот объем в глубину, вот в принципе томографии 1D. Ну и, соответственно, все должно распространиться на профиль и на площадь в 2D и 3D. Вот. Значит, переходим к дополнительному параметру, это quality. Ну, собственно говоря, quality анализируется относительно невязок инверсии, если нам нужно какую-то инверсию построить, и опять же чувствительность. То есть, по сути, это та же самая чувствительность, но чуть лучше. То есть она домножена на невязки. То есть если у нас некая зона имеет высокую чувствительность, но невязки соответствующие, скажем, этой зоне будут высокие, то значение будет средненьким. Если у нас высокая чувствительность и очень хорошие невязки, то у нас будет максимум. Если у нас низкая чувствительность и максимальные невязки, то у нас, соответственно, будет самый плохой случай. Давайте посмотрим. Вот, собственно говоря, Model Quality, ну, она обычно не сильно отличается от чувствительности, но не сильно отличается от чувствительности, но все-таки, конечно, если в данных присутствуют какие-то серьезные искажения, то это можно будет увидеть. Например, какую-то зону, где у нас, в общем-то, проблематично. Но в целом чувствительный здесь ведущий параметр по сравнению с невязкой, потому что видно, что она меняется в очень широком диапазоне чувствительности quality, а невязка у нас значительно более узкая. Вот. Ну и теперь, собственно говоря, переходим к последнему параметру для анализа. Надо сказать, что их не три, их больше, конечно, в природе существует. Если мы обратимся к старым учебникам по теории обратных задач, то там анализируется и матрица корреляции, и попарно связи, то есть плюс строятся всякие облака эквивалентности, то есть значительно более надежные и полезные параметры. Например, как облако эквивалентности – это хорошая вещь. Если у нас очень много моделей, то, собственно говоря, можно выбрать, так сказать, наиболее устойчивую. Не та, что правильно, то есть ничего не говорит, не гарантирует правильность модели.
но, скажем так, некую осредненную, чтобы не уходить далеко от всех возможных решений, можно построить. Другой вопрос, что реальная геология может отходить далеко, и тут уж ничего не поделаешь. Вот. То есть все эти параметры, они применимы в 1D, да, где мало параметров. Где мало параметров, там можно устойчиво строить, вот, например, матрицы корреляции, исследовать какие-то связи, ну или строить какие-то облака. Здесь мы просто не имеем возможности решить, например, 10 тысяч раз прямую задачу, плюс тут критерии выбора вот этих моделей. Отклонения от модели достаточно сложные в 2D, в отличие от 1D. Вот. Ну, то есть, в общем, весь этот анализ, он сводится к тому, что нам нужно понять и вообще находиться между пересглаженной моделью, да, и оверфитинг, так называемый. То есть, когда невязка очень маленькая и объектов очень много. И нам нужно как бы маневрировать, балансировать между двумя этими, так сказать, крайними ситуациями и получить какую-то, ну, более или менее модель, соответствующую нашим представлениям о геологии. Тут следует отметить, что в электротомографии у нас еще и нету нормальных ошибок измерений, которые бы нам помогли, например, делать точку останова, когда мы достигаем всех ворот, например, в данных, то есть ошибок измерений. Но тут этого нет, или они просчитаны как-то очень, надо сказать, плохо, не хватает, так сказать, количества импульсов для того, чтобы хорошо оценить эти параметры, поэтому приходится чаще всего делать это на глазок. И это, конечно, прискорбно. Соответственно, и вот так, особенно когда у нас есть, например, какие-то совместные инверсии, два метода, то нам еще нужно как-то балансировать их друг с другом, и никакие там сложная математика в этих случаях не помогает, хотя я видел такие работы, но так сказать, практика показывает, что это все одноразовые вещи для каждого конкретного случая. Вот, поэтому, так сказать, это скорее из области арт, чем из области какой-то науки, то есть особенно совместная инверсия. Вот, собственно, что у нас дальше? Дальше нам нужно оценить вот этот разрешение. Здесь называется индекс Дои, который был предложен Альденбургом, а вовсе не Локием и Рескотом. Ну, и, собственно говоря, никакому Дои, то есть глубине исследования, он не имеет значения. Он является грубым приближением матрицы разрешения, потому что матрица разрешения для расчета требует колоссального количества вычислений правых частей, то есть очень долго. А плюс классическая матрица разрешения, она, собственно говоря, не связана с задачей. То есть у нее нет обратной связи, так как она регуляризируется обычной диагональю. Но я полагаю, что можно туда включить все элементы, которые мы минимизируем, и тогда получить обратную связь именно конкретно с теми настройками инверсии. Но для А вот этого приближения, которое относительно, да, то есть оно показывает неточные цифры, да, здесь индекс Дои, а приблизительно схожий вид. Вот. Оно, давайте сначала запустим. Оно основано на двух инверсиях относительно текущей модели. Берется модель выше и ниже. И минимизируются невязки относительно вот этих референтных моделей выше и ниже. Потом путем простых математических манипуляций строятся некие относительные параметры.
Ну, собственно говоря, здесь показ. Вот мы обсуждали с Никитой, что там рекомендуется 0,2 параметр. Но, так сказать, мы можем отнормировать наши вот этот индекс DOI как угодно и, собственно говоря, получить, ну вот, так сказать, другие значения. Это очень, так как тут еще существует обратная связь с настройками инверсии, то есть с оператором инверсии, то у нас могут быть разные числа. То есть тут нужно смотреть относительно. Вот у нас я, например, выберу вот эту изолинию и буду считать, что вот скажем, ниже у нас уже все не так хорошо чувствуется, как выше. Здесь у нас появляются еще вот какие-то непонятные штуки сверху, да, то есть неоднородная часть. В чем это говорит? В общем, индекс DOI, он имеет геометрический смысл. Он показывает, насколько ячейка, да, ее размеры при данных параметрах инверсии, так как существует обратная связь, возможно разрешится. То есть, если это единица, то у нас разрешается 100% и, ну или ближе, там, например. О, точнее, нет, если у нас 0 и, например, меньше 0,2, то у нас, в общем, менять размер ячейки нет необходимости. Ну а дальше нам нужно укрупнять для того, чтобы у нас, например, вот этот синий-зеленый цвет ушел вниз, размеры ячейки. И тогда мы можем сказать, что у нас действительно размер ячейки соответствует вот тому необходимому тем порогам, при которых мы ее можем устойчиво разрешить. Опять же, для локальной модели. То есть эта модель может быть неправильной из-за эквивалентности и всего. Но вот именно в рамках этой модели, в рамках этих настроек инверсии, она может быть устойчиво разрешена инверсией, то есть мы ей можем доверять. Вот. Но не с геологической, конечно, точки зрения. Вот, соответственно, вот эти все вещи наверху, вот эти неоднородности и вообще такой вид негладко растущего параметра, он может быть связан как с какими-то неоднородностями, да, у нас имеются экраны в электроразведке ниже, в которых мы плохо видим, они и размер ячейки. То есть, если размер ячейки слишком маленький, то у нас, соответственно, тут и могут быть такие хитрости случаться. Но модель у нас не очень много. Давайте попроще зададим. Вот высокоумный блок. Посчитаем DOI. Ну, у нас под блоком, а так как это экран, должно чувствительно, так сказать, разрешение падать. На этом мы сейчас и увидим. И наоборот, под низкоумным у нас, ну, относительно будет улучшаться ситуация. Ну вот видно, что здесь как бы выходит это все наверх. Значит, вот так выглядит этот DOI. О чем он говорит? Ну, так сказать, здесь у нас относительное понижение, здесь относительное повышение. Вот и все, о чем он говорит. Он не говорит нам о том, что у нас здесь заканчивается исследование. Он скорее говорит о каких-то шансах. Да. Шансы есть, шанс выше, шанс нет. То есть в таком представлении. Ну, а, собственно говоря, большего от него лично я и не жду. Соответственно, вот такой вот параметр третий, да, который позволяет нам, ну, каким-то образом анализировать результаты. Хотя, как я говорю, на глаз чаще всего, вот мы смотрим аномалию здесь, аномалию здесь, аномалию здесь, соответственно, у нас не может быть много больше
аномалий на разрезе. Ну, лучше, чтобы их не было, хотя в реальности, конечно, может быть. Но чтобы количество примерно соответствовало, ну или не было в два раза больше. Да. Потому что, ну вот тут ведь, если говорить об этом разрешении, да, то у нас есть какие-то критерии. Ну, в том числе вот этот сам ДОИ, чувствительность, ну и какие-то вещи, например, у нас мы не можем определить размер слоя, если говорить категориями 1D, который значительно меньше, например, первого разноса. То есть мы не можем определить наверху какой-то тонкий, даже очень контрастный слой. Ну, то есть так говорится, и так, в общем-то, это правильно, чтобы не сделать серьезных ошибок. Вот есть какие-то ограничения, да, например, верхний слой 10 сантиметров при разносе, например, 2 метра, это глупо говорить, что мы можем разрешить электроразведкой, да. Но бывают такие ситуации, бывает такая контрастность, что, не введя этот слой, этот тонкий слой, мы просто не можем подобрать верхнюю часть. То есть вот с одной стороны у нас работает один принцип, с другой стороны мы не можем подобрать. И только внедрив этот слой, который реально есть в геологии, мы можем подобрать. То есть иногда для некоторых случаев нам, так как у нас, в общем-то, ограниченные малые разносы, да, то есть они ограничены вверх, например, с 5, с 2 метров, нам приходится делать верхний слой ячеек тонким. И как бы хоть это идет против здравого смысла, это единственный вариант, чтобы получить что-то более-менее вменяемое. И ну, очень сложно сказать, правильно это или неправильно, но если не можем никак, то, наверное, правильно. Плюс еще вот такая вещь касательно горизонтального разрешения. Вот у нас ячейки стоят между электродами, да, или там электрод стоит прямо на ячейке. Но мы знаем, что чувствительность у первых ячеек, самых ближних к электродам, у нас очень высока. И, так сказать, мы таким образом устанавливаем границы вертикальные только в четких позициях, например, под электродом или между электродами, ну или если больше, там вот с каким-то шагом. И так как у нас влияние очень сильное при поверхностных неоднородностей, то, скажем так, у нас это положение может не соответствовать реальному. Соответственно, будут искажения. У нас получится около электрода, там, где такая граница, неправильная модель, да, и, соответственно, она исказит все, что находится ниже. То есть вот при таких случаях, когда у нас высоко неоднородная верхняя часть, ну, вот тоже такая вещь. Можно сказать, что мы можем раздробить наши ячейки очень сильные, подбирать их все, например, ставить 5-6 ячеек между электродами. Но это, опять же, будет неправильно. У нас проблема будет сильно переопределена. У нас будет абсолютно несоответствие разрешения тому, что мы можем измерить, и мы опять можем получить какие-то глупости. То есть я хочу это к чему сказать, что мы все время балансируем между, так сказать, здравым смыслом и реальной ситуацией. И что у нас сработает, ну, в данный конкретный момент непонятно. То есть, ну, если все хорошо, то все хорошо. А если все плохо, то, ну, в общем-то, исправить ситуацию бывает достаточно сложно. Итак, я думаю, на этом все. Спасибо за внимание и всех со всеми прошедшими праздниками.